В Сыктывкаре завершился республиканский конкурс профессионального мастерства «Коми Велодыш». На протяжении 3 дней 8 учителей и 5 воспитателей боролись за звание лучших в сфере преподавания коми-языка. Проводили уроки и мастер-классы. Каждый делился личным опытом, наработками и методиками. По итогам конкурса лучшим учителем коми-языка стала Диана Гребенюк. Учитель коми-языка и литературы из села Руч Усть-Колумского района. А лучшим воспитателем стала Варвара Симакова из Пашгинского детского сада. Поздравил и наградил лучших в своей профессии избранный глава коми Владимир Уйба. Уважаемые участники конкурса, я искренне благодарю вас за ваш поистину колоссальный, ежедневный, подвижнический труд, за любовь к детям и преданность своему делу. Спасибо за то, что вы не побоялись принять участие в конкурсе и публично продемонстрировали свое мастерство. Уверен, что этот конкурс станет еще одной ступенькой в вашем профессиональном развитии, поможет раскрыть себе новые грани и новые возможности. Я желаю вам дальнейшего успеха в работе, талантливых воспитанников и учеников, крепкого здоровья и семейного благополучия и счастья. Став Бурса. Победители конкурса получили из рук Владимира Уйба дипломы, денежные сертификаты и деревянные статуэтки с символикой Коми Велодыш. Напомню, лучшие учители и воспитатели будут представлять республику на федеральном конкурсе профессионального мастерства всероссийском мастер-классе учителей родного языка.